Здравствуйте! Я вам расскажу о очень вкусном блюде, от которого вы снижаете вес, получаете палитру вкусовых ощущений и снижаете уровень агрессии. Это наши любимые стейки. Как мы их готовим? Самое главное, первое, мы обрабатываем стейк, моем его, тщательно-тщательно высушиваем, чтобы не было ни капли воды. Затем разогреваем на сковородке, а сковородка должна быть гриль. Сильно-сильно накаливаем сковородку и потом кусочки стейка жарим с двух сторон на сковороде гриль. Стейк мы жарим по 2 минуты с одной стороны, переворачиваем 2 минуты, еще раз переворачиваем 2 минуты и 2 минуты. Если у вас получится решетка, вы просто молодцы. Затем мы выкладываем в противень с фольгой и оставляем мясо отдыхать на 10, 15, 20 минут, смотря какую прожарку вы любите. И не забудьте про розмарин, перец и соль. Уже кладется в конце. А сейчас я вам покажу, как просто мясо приготовить. Нереально вкусно. Ну что, мы с вами разогрели сковородку гриль. Если у вас ее нету, возьмите ее, потому что на этой сковороде мы можем готовить без масла. И выкладываем наши стейки. Мы переворачиваем быстро стейки, и они получаются очень вкусные. Какой аромат стейков! И вот от этих стейков можно еще и снизить вес. Это просто преступление, когда вы кушаете вкуснейшие стейки и еще снижаете вес от этого. Рассказываю, делюсь секретом. Теперь мы запечатали наши вкуснейшие стейки, и они у нас будут сочные. Мы не дали соку выйти, и теперь, в зависимости, какое мы количество прожарки должны подать на стол, средней прожарки, слабой прожарки или хорошей прожарки, этот процесс мы регулируем в духовке на 10, 15 или 20 минут. Мы еще добавляем розмарин для вкуснейшего запаха. Посыпаем розмаринчик. И чуть-чуть его посолим. Все. Мы его укладываем, упаковываем. Мы наши стейки кладем в духовку отдыхать на 10, 15, 20 минут при температуре 110 градусов. Я люблю стейки прожарки медиум, поэтому через 10 минут я их достаю. Ну что, вот наши любимые стейки приготовлены. Всем приятного аппетита. Жду вас в следующий раз. Пока.